Здравствуйте, друзья! Вы на канале Коновая Елен. Сейчас прибежало собрание, было собрание у нас бывших работников завода, которых уволили, но и которые еще работают. Выбрали представителя, чтобы участвовал в деле о банкротстве нашего завода, чтобы его совсем не разграбили, чтобы надо контролировать, чтобы не вывезли станки, уже скоро начнут. Мы беспокоимся, что думаем, что уже и станки начнут, и краны резать, увозить. Приготовили уже много металла на вывоз и вывезли уже без всякого контроля. И вот теперь будет наш выбранный представитель это дело доводить до конца, контролировать все и защищать наш завод. А мы все подписались и будем помогать ему в этом. Надеемся на лучшее. Может, отстоим завод? Пишите свои комментарии, как вы думаете об этом. Ну, а мы все равно продолжаем работать. Я сегодня работаю, покажу вам, что я сегодня делаю. До обеда еще только. С обеда еще не сняла. Завтра покажу, наверное. Перебегаю с крана на кран. Раньше полную силу, когда работал цех, три крановщицы было. А теперь все одной достается. На другом кране побежала на химчистку. Полчаса на этом поработала. Полчаса на другом поработаю, может быть, час. Ну вот, опять перебежала на химчистку. Жду, когда заварят и повезу другой пролет. В одном комментарии мне написали, что у нас народу мало. Да, народу мало, потому что никто не хотят работать, не могли собрать бригаду. Двоих не могли уговорить, вот эти трое, и там еще трое, и я согласились, не хотят работать, мало им, видите ли, наверное, платят. Хоть столько-то бы платили, и то хорошо. А дома сидеть, наверное, лучше, чем работать. А так просто денежки никто не принесет на блюдечки. Оплата неплохая, как мне сказали. Побольше, чем раньше было. По договору побольше, чем на постоянной основе. Полтора раза, можно сказать. Когда ничего лучше нет, так и это хорошо. Замерзла, как цуцик. Что на улице, что в цехе одинаково. В пуховике тут дует, в шапке холодно. Когда сидишь, не шевелишься в ограниченном пространстве, ноги замерзают, сама замерзаешь. А рабочие жарко, они шевелятся, бегают, физически работают. Им тепло. А я тут в кабине без стекол, кабина без стекол, обогревания, обогрева нету, ничего нету. Мне приходится холоднее, труднее. Но ничего, я уже привыкла, на улице работала, там на Козловом. Там еще холоднее. Ну, там печка есть, правда. Но она плохо нарошечная. Ну вот, показала вам немного сегодняшнего дня.
Я прошу вас подписаться, подставить лайки, дизлайки, написать свое мнение. До свидания.